Доброго дня, шановні глядачі! Я рада вітати вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». В ефірі програма «Це вас хвилює». Сьогодні ми будемо говорити про надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ми працюємо у прямому ефірі. Номер нашого телефону 76-92-42. Будь ласка, телефонуйте і ставте свої запитання, якщо вони у вас виникнуть в ході нашої сьогоднішньої бесіди. У нас в студії гості, компетентні фахівці, які зможуть відповісти на ваші запитання. Це пані Олена Тиховод, начальник відділу попередньої роботи з клієнтами 2-го Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Я рада вітати вас, пані Олена. І пані Тетяна Гриненко, адвокат, який і надає, власне, послуги населенню. Доброго дня, пані Тетяно, рада вітати вас у нашій студії. На початку програми пропоную дати визначення цьому терміну «безоплатна вторинна правова допомога», тому що термін досить новий і не всі з ним знайомі. Безоплатна вторинна правова допомога – це правова допомога, яка надається на захист прав людини державою. Це соціальний проєкт, який був створений урядом України. І хто саме може звернутися до Центру надання безоплатної допомоги? Чи всі категорії населення можуть розраховувати на безоплатну підтримку? Законом України про безоплатну вторинну правову допомогу визначено коло осіб, які мають право на таку допомогу. А саме це малозабезпечені особи, це середньомісячний дохід сім'ї, нижчі суми прожитковому мінімуму, інваліди, які отримують пенсію або допомогу замість пенсії не більше 2 прожиткових мінімумів. На даний час це не більше 2148 гривень. Є така категорія, як діти. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які стали жертвою насильства або можуть стати жертвою насильства, ветерани війни, учасники бойових дій, в тому числі учасники бойових дій у зоні АТО, сім'ї загиблих, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, особи, щодо яких суд розглядає позбавлення про обмеження цивільної дієздатності, визнання недієздатної особи, особи, щодо яких суд розглядає справу щодо примусового психіатричного лікування. То, як бачимо, здебільшого на безоплатну правову допомогу можуть розраховувати незахищені верстви громадян. Да, вразливі. Вразливі верстви громадян. Дякую. І які ж саме види послуг можна отримати, звернувшись до центру? Місцеві центри правової допомоги надають наступні послуги. Це представництво інтересів особи в суді та в інших державних органах, складання процесуальних документів, а також можна в центрі отримати правову допомогу, консультацію юриста. Ми знаємо, що представництво громадянина здійснюється за підтримки адвоката. Хто оплачує послуги адвоката? Чи є вони безкоштовними для громадян, які звернулись до центру? Так, послуги громадянам безкоштовні. Адвоката оплачує держава. Ні адвокат, ні жодна службова посадова особа центру не може вимагати від громадянина додаткових матеріальних виплат або винагороди якоїсь матеріальної. І скажіть, будь ласка, в якому порядку і в які терміни розглядається звернення громадян до Центру безоплатної допомоги? Протягом 10 днів з дня отримання всіх необхідних документів, підтверджуючих категорію особи належності до вразливої категорії, місцевий центр повинен винести рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або надати обґрунтовану відмову. Дякую за відповіді і хотілося б більше поговорити по конкретних напрямках діяльності. Зокрема, пані Тетяно, скажіть, будь ласка, з якими питаннями найчастіше звертаються сьогодні громадяни для захисту своїх інтересів у суді? Ну, прежде чем ответить на ваш вопрос, я хотела бы дополнить рассказ о том, как вот адвокаты предоставляют помощь именно сотрудничая с центром. Адвокаты дежурят в центре, установлен график дежурства адвокатов, ну или
2-3 раза в месяц каждый адвокат вот дежурит, и если обращается человек, предоставив все документы, звонят и предлагают взять справу. Адвокат приходит в центр, встречается с людьми, обговаривает вопросы, которые у них есть. И если пришли до согласия, то что устраивает адвокат клиента, потому что не каждому может быть понравится человек. То есть должны... Навіть в центрі безоплатної правової допомоги люди можуть обирати адвоката, який представлятиме їх інтерес. Согласно графіку, є дежурний адвокат, который принимает дело. Но бывает так, что человеку, может быть, не понравился человек, может быть такое. Не всегда сошлись. Скажем, бывают такие случаи, но в основном у нас, по-моему, такого случая нет. Взаєморозуміння є все ж таки. Вот. И в этот же день центр выдает доверенность и доручение. Доручение на основании распоряжения, где дают человеку правовую помощь, приказ выносится о призначении адвоката по справе. Выдали доручение, на основании которого он будет осуществлять свою деятельность, права и интересы защищать, и доверенность. Доверенность, она практически прописана, все права, как вот нотариальную доверенность выдают на ведение всех дел, представление интересов, кроме как получение денежных средств. Тобто подальше ваше спілкування. И с этого момента, получив документы, либо что, начинает адвокат работать, делать запросы, либо готовить иски какие, по делу необходимо. Подальше работа відбувається вже без безпосередньої адвокатом з клієнтом, Дякую за таке уточнення. Я думаю, що це було важливо зараз для наших глядачів. І повертаючись до напрямків роботи, з якими заявами найчастіше звертаються? Як в центрі, обращались ко мені з такими проблемами, как взыскание заработной платы, а также работа с исполнительной службой, и принятие наследства, определение частей, долей, вступление в наследство, возобновление сроков о принятии наследства. В общем-то, проблема существует, это не все люди знают, в какие сроки именно нужно обращаться для принятия наследства. И очень часто пропускают эти сроки, потому что они слышат, что есть 6 месяцев, но они не понимают, что именно в течение 6 месяцев нужно обращаться в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства, либо об отказе от наследства, а не по истечению 6 месяцев. То есть чекати 6 месяцев не треба, треба до 6-месячного терміну це зробити. Конечно. 6 месяцев дается нотариусу для того, чтобы найти родственников, если их нету. Потому что жил один рядом человек, который принял, а есть еще там, может быть, дети, братья, где живут далеко, должны всех уведомить, должны успеть все приехать, найти все имущество, установить, какое имущество в наличии есть, подготовить все документы. Это как нотариусу, так и человек, который будет принимать наследство. Потому что иногда оставили заповит, а в заповите написано «все належно мне майно». Какое майно? Надо собрать все документы на имущество, которое было зарегистрировано за этим человеком, принадлежало им на день смерти. В общем-то, возникают такие вопросы. И такие справы вы представляете для громадян? И очень часто люди как раз обращаются с такими вопросами, когда они пропустили срок и не знают, что делать. Для этого надо подать исковое заявление в суд, чтобы возобновить срок, указав причину. А причина бывает просто банально, действительно человек не понял, особенно пожилые люди, они не знают, что срок 6 месяцев – это не после 6 истечения, а до 6 месяцев. Бывает также, что для того, чтобы подать заявление, собрать все необходимые документы, потому что нотариусу надо предоставить правоустанавливающие документы, они отсутствуют, люди не могут собрать. Надо необходимые денежные средства, чтобы их восстановить, найти. У них тоже нет денег. То есть надо грамотно в исковом заявлении написать все причины пропуска срока и попросить суд, конечно, чтобы эти сроки возобновили. Суд устанавливает дополнительный срок на обращение к нотариусу именно с принятием этих наследств. І дуже важливий момент, з січня 2016 року є зміни у законодавстві щодо встановлення та реєстрації права на рухому власність. Так, з января дійсно внесли змінення в закон України про реєстрацію права собственності. Раніше, якщо займалася це реєстраційна служба, то зараз наділили цими повноваженнями нотаріусів.
как все перепуганы, скажем так, что не будут выдавать свидетельства о праве собственности. Так, и выдели, не будет которые, да, на фирменных бланках, защиты, как раньше это было, будут выдавать на обычном белом листе, распечатано это на просьбу собственника, а так все будет сохраняться в электронном виде. Регистрировать право собственности будут в течение 5 дней, ну, написали заявление, оформили заявку на регистрацию, предоставили оригиналы документов. На основании этого нотариус регистрирует право собственности. И если вы хотите, они выдадут вам, но это будет без печати, вот, на обычном белом бланке. Чи не варто бути тепер ще обережнішими, щоб уникнути випадків шахрайства із операціями з нерухомістю? Ну, я сомневаюсь, что возможно, как бы, ну, у нас всякое бывает, ну, просто нотариус, он же ведет нотариальную справу, ему предоставляют оригиналы документов, он делает копии, заверяет их, сшивает, и она хранится долгое время, в любое время можно проверить. Вот. А в электронном виде это сделано для того, чтобы любые службы могли зайти и проверить, что за человек зарегистрирован, как бы, что есть, независимо, где бы он находился. И регистрация может проходить независимо от того, где находится имущество. Це теж таке нововведення, на яке варто звернути увагу. Ще один напрямок роботи, за яким звертаються, наскільки я знаю, і до Центру надання безоплатної вторинної правової допомоги, це виконання судових приписів, виконавчі листи. Як на сьогоднішній день? Чи звертаються, власне, до вас? Чи були у вас такі справи? І ще один нюанс – на сьогодні не вся територія України підконтрольна. Чи були випадки, можливо, і як діяти людям у тому разі, якщо рішення суду стосується тієї території, яка на сьогодні не підконтрольна Україні? Да, в моєму випадку було таке обращення. Це нова Валентина Олексіївна обратилась в Центр правової допомоги. У неї було рішення суду о взисканні суми долга в 30 тисяч. Ліст рішення суду Никопольского районного суда, это Днепропетровская область, было выдано. Должник зарегистрирован был, лист направили по месту его регистрации жительства, но в дальнейшем было выявлено его имущество дополнительно в Донецкой области. И лист был направлен по месту нахождения имущества, которое описали и должны были реализовать. Но случилось так, что у нас было, ну, скажем, антитеррористическая операция, и, в общем-то, органы Державной выконавчой службы должны были эвакуировать, и все дела должны были передать, но не смогли все это сделать. На сегодняшний день Главное управление Донецкой области, оно находится в Краматорске. Я делала туда запрос, как нам быть в этом случае, потому что исполнительный лист остался в той зоне, которая как раз неподконтрольная. Да. Вот. На что мне начальник управления ответил, что необходимо обратиться в суд за выдачей дубликата исполнительного листа и по новой направить по месту регистрации проживания должника. Вот я рекомендую как бы всем, у кого листы все-таки остались, потому что и город Горловка, она разбомблена, мы знаем все, что произошло, и Славянск, и многие другие города, которые, возможно, направлены были исполнительные листы, вот, а документы не смогли вернуть, архивы, все это. И исполнительное производство было открыто, и в реестре, ну, есть реестр Державной выконавчей службы, где зарегистрированы все исполнительные производства, он остался открыт, но доступа до него нет. И вот чтобы возобновить это все, надо получить дубликат исполнительного листа, предъявить по новой, чтобы возобновили исполнительное производство. Дякую за таку розгорнуту відповідь. У нас є запитання від глядача. Алло, доброго дня. Девушка, я хотел бы задать вопрос. Прошу, як вас звати? Анатолий Викторович. Слухаємо вас, Анатолий Викторович. Я вот сегодня был в регистрационной службе, 21 декабря я сдал документы на регистрацию. Мне обещали позвонить, не позвонили. Я пошел в пятницу, сказали, что регистратора нет. Сегодня я пошел, встретился с регистратором. Он мне сказал, что мне придется обращаться к адвокату и потом через суд проводить какие-то действия. Но чтобы я пришел через 5 дней. Вот сегодня я был там у него. Угу.
Дякуємо. Якщо питання зрозуміло, дайте, будь ласка, відповідь. Смотрите, ви здали документи для того, щоб зареєструвати. Для реєстрації дається 5 днів. Тобто просматривають документи, проводять відповідні дії, і вам повинні були видати о том, що зареєстровано, либо відмову. От вам сказали прийти через 5 днів, вам, скоріше всього, дадуть відмову в реєстрації, і це значить, що вам треба буде, якщо, звісно, ви желаєте обратитися, посмотреть, во-первых, причину, по якій вам отказали в регистрации. Если вы с этим не согласны, вам надо будет обратиться к адвокату, чтобы адвокат подготовил административный иск и оспорил действия державного регистратора, который вам отказал. Потому что, ну, бывают такие случаи, я знаю, что многие обращались в суд, суды выигрывали и обязывали зарегистрировать право собственности, вот, потому что не всегда вникают и не знают всей проблемы, скажем, как регистрировать можно, не можно. Скажите, пожалуйста, у випадку відмови, отказать, и все, да. У випадку відмови, чи зобов'язані реєстраційні служби вказати причину відмови? Чи відмова надається без вказання причини? Они обязательно в постанове должны написать, в связи с чем они отказывают. Что не так, либо не хватает документов каких-то, либо документы неправильно. Ну, должны указывать эту причину точно так же, как вот и нотариусы. Если обращаешься, то за получением свидетельства права на спадщину они отказывают иногда, указывая, что не хватает, то есть не делают нотариальную дію. Я хочу ще раз нагадати, що всі пільгові категорії громадян, вразливі категорії громадян можуть звертатися по правову допомогу до центрів надання безоплатної вторинної допомоги. Сьогодні ми саме про це і говоримо з нашими гостями. Пані Олена, давайте нагадаємо телефон, за яким можна звернутися, щоб отримати консультацію і, власне, інформацію, куди звернутися. Так, телефон гарячої лінії 0800-213-103. Всі дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів є безкоштовні. Другий Миколаївський центр з надання вторинної правової допомоги знаходиться за адресою міста Миколаїв, Космонавтів, 61. Дякую. І повернемось до розгляду таких конкретних справ, конкретних питань, з якими звертаються громадяни. На початку нашої програми пані Олена сказала, що можуть звертатися до центру діти, які стали жертвою домашнього насильства або можуть стати. Чи були у вашій практиці такі випадки? І взагалі домашнє насильство сьогодні, наскільки захищені члени сім'ї від домашніх тиранів за законом? Ну, я хочу сказать, насколько они не защищены, потому что никакой уголовной ответственности за насилие в семье не предусмотрено уголовным кодексом. За насильство в семье предусмотрена только административная ответственность. В случае, если насильство в семье происходит, а насильство в семье может происходить как психологическое, так физическое, как сексуальное, так и экономическое. Бывают случаи, что если женщина, домохозяйка, сидит дома, занимается воспитанием детей, ну, бывает так, что муж зарабатывает достаточно много, а жена, занимаясь домашним хозяйством, не имеет собственных средств. Вот экономическое насильство – это говорит о том, что не дают денежные средства. Она не может самостоятельно распорядиться частью денежных средств, что-то пойти себе купить, то есть она полностью ограничена финансово. Бывает, выгоняют с квартир, домов, говорят, что ты здесь жить не будешь. Ну, вот, что делать в этом случае? Вот главное питание, что робити? Первое, что я хочу сказать, это я не касаюсь того, что когда наносят побои, ну, телесные повреждения, потому что как психологическое давление может оказываться, это угрозы, запугивание, то есть шантаж. Очень часто мужчины применяют, ну, спор в какой-то конфликт в семье, начинают угрожать, что заберет ребенка, не даст ребенка, ну, в общем-то, судами, а женщина не знает, как ей быть, потому что у нее ни денег нету, ничего нету. Поэтому первым делом не надо бояться, а надо обращаться в правоохранительные органы,
первым делом это к участковому, написать заявление о том, что происходит в семье. Желательно подкрепиться людьми, ну как, свидетельскими показаниями, потому что ну, часто бывает, что люди ну, не знают, кто может засвидетельствовать, потому что дома муж с женой поругался, да, и не знают, как это происходит. Возможно, пользоваться сейчас у нас есть доступные технические средства, хотя бы тот же диктофон, когда происходят ссоры, угрозы, как себя ведет. Может быть, записывать. По крайней мере, она подтвердит свои слова, показав это участковому или следователю, когда это будет. А предупреждение насилия в семье, оно должно существовать. И не только сама женщина может обратиться, но и люди, которые слышат, соседи. Люди, которые знают, что это происходит, и знают, что эта женщина боится, потому что она не может и выйти иногда из дома. Mm-hmm. Могут другие граждане обратиться с заявлением, что они слышат крики, они слышат, ну, может быть... Ну, якісь свідоцтва таких насильницьких дій у родині. Поэтому надо предупреждать. И наша полиция на сегодняшний день, что должна предпринимать, это припис выносит, разъясняет, что в случае... повторного, ну, за это предусматривается штраф, либо отработка и арест до 5 дней. Вот. Ну, в случае там уже удваиваются санкции. Я дякую вам за відповідь. Ми можемо продовжити цю тему після того, як поспілкуємось із нашим глядачем, бо ми маємо дзвінок. Алло, доброго дня. Добрий день. Будь ласка, назвіть себе. Я можу обратитися по поводу субсидій. Ну, ви можете поставити своє питання, звичайно. Что-что? Ставьте свои запитания, задавайте вопрос. Уже полгода, как я сдала документы на субсидии, и до сих пор мне никакого ответа. Я ходила туда дважды. Вот разбираются. Мне 80 лет, я уже просто ходить не могу. Никакие ноги, ни нервы не выдерживают. Вот сейчас они опять там мне сказали, подождите, еще подождите. А как же быть? Я такие полпенсии я отдаю на эти коммунальные, и до сих пор мне никакой помощи. Они даже не хотят вообще разбираться. По-моему, это где-то просто валяется. Я правильно оформила. Там была представитель собеса в ЖЭКе. Она мне все проверила. Все правильно. А сдвигов никаких результатов никто не говорит. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Будь ласка, пані Олено, чи є взагалі подібні звернення до вашого дуже центру? Дуже часто. І чи може конкретний глядач, жінка, звернутися до вас так зі своєю проблемою? Це найчастіше громадяни звертаються з приводу такого питання щодо оформлення субсидії. Тому я пропоную телеглядачу звернутися до місцевого центру для того, щоб отримати правові услуги адвоката, щоб він допоміг в подальшому розібратися та допомогти оформити. Угу. Ще раз нагадайте, будь ласка, телефон, щоб можна було зателефонувати і всі питання уточнюючи поставити. Телефон гарячої лінії 0800-213-103. Всі дзвінки безкоштовні. Скажіть, будь ласка, чи доходить взагалі на сьогодні до суду такі питання призначення чи не призначення субсидій? Ну, в моем случае не было, и в судебной практике я как бы не слышала, не сталкивалась с этим. Но я хотела бы вот посоветовать женщине, которая звонила, конечно, в 80 лет обращаться туда тяжело. Вот, если она оформляла субсидию, она как главный квартиросъемщик, лицевой счет оформлен на нее, то есть на нее должны были оформить субсидию. Если она сдавала, приходила нарочно, просто отдала документы, и до сих пор нету, ну, скажем, ответа, потому что выслали заявление декларации почтой, и можно было почтой отправить. То есть заказным, с уведомлением, вы будете знать, что вы, ну, они получили, и уже и сроки. Да. А когда отдали, и вы не знаете действительно, прошла регистрация или нет. Так вот, первым, что я рекомендую, может быть, даже завтра подойти и письменно написать два заявления, ну, в двух экземплярах, что тогда-то, тогда-то я сдала заявление с декларацией. До сегодняшнего дня мне неизвестно, рассмотрено или не рассмотрено, призначено или не призначено. И зарегистрировать это в канцелярии, в приемной собеса. И тогда вам дадут ответ. Они обязаны будут рассмотреть и дать ответ. Насправді людям похилого віку дуже важко іноді орієнтуватися в таких
тонкощах, і сподіваюся, що дійсно і цей конкретний глядач, і інші глядачі, які потребують допомоги, отримають її, звернувшись до центру. Дякую вам за те, що сьогодні ви завітали до нашої студії, відповіли на питання глядачів і висвітлили основні моменти роботи центру надання безоплатної правової допомоги. Дякую вам, шановні глядачі, за те, що ви були з нами. Це була програма «Це вас хвилює». Залишайтеся і далі з телеканалом «Миколаїв». На все добре!